которые задействованы в съемках районных и городских судов, они же, как правило, люди довольно-таки публичные, они же постоянно в процессе сами принимают участие. Это секретари судебных заседаний, это заведующие канцелярии, кто он, приставы задействуют. То есть они тоже все время с людьми. Такого особого смущения нет. Но у некоторых проявляются замечательные актерские способности, они так входят в роль, показывают себя. Вот если у нас был ответчик по гражданскому делу об установлении отцовства, мнимый, естественно, ответчик, он так вошел в роль, он так эмоционально отказывался от того, что ребенок не его, что это было просто очень интересно даже наблюдать со стороны.